Приветище, это Нек, глава 5, часть 2, в глубине. Напоминаю, что мы сюда пришли из-за реликтов, огроменных реликтов, и это шахта. Вот что я тебе хотел сказать, а мы идем воевать и добывать эти огроменные реликты. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай, больно, гранату выкинул. Фу-фу-фу. Ты посмотри на них. Я когда их уничтожаю, это голограмма. Вот здесь вот реально голограмма. Когда их уничтожаю, они как-то странно так исчезают. Офигеть. Офигеть. Ну-ка пойдем еще кого-нибудь бахнем. О, там тайничок. Вижу, вижу, вижу. Я тайничок. Прыгай, прыгай, прыгай. Фух, пронесло. Да, реально голограмма. Обалдеть. Как я с голограммами могу драться? А это кто? А, это мой дедуля, сынуль. Я уже побоялся, думал, на меня тут охрана выбежит. Я думал, сейчас эту охрану как размотаю. Значит, тайник там собрал. Здесь снова эти чувачки стоят. И, кстати, мне в комментариях писали, что вот этот удар, который с прыжка, вот этот удар, он типа слабее, чем я руками бью. Поэтому лучше руками их месить. Но не всегда получается, когда особенно в тебя гранаты летят. И все-таки удобнее использовать вот этот вот, вот этот удар в прыжке. Так. Отлично, здоровье пополнил. Бежим, как в фильмах, знаешь, тебя стреляет, а я уворачиваюсь бегом. Бегу, бегу, бегу. Ух ты. Ух ты, красота-то какая. Да, Лукас. Именно так и работает шахта. Убрать землю, очистить структуры, забрать реликты. Семья Виктора веками строила шахты. А зачем силовые барьеры? А, некоторые существа очень злятся на них из-за добычи реликтов. Не отставай, и надеюсь, мы их не увидим. Блин, а я бы хотел на этих существ посмотреть. Это, наверное, из разряда жуков-роботов или что-то такого. Или птиц-дятел, которые меня доставали. Сколько тут гренадеров. Прыжок. О, хорошо. Это прям приземлился на гранаты своим пуканищем реликтивным. Реактивным. Ну, дедуль, не мешай мне тут бегать, а? Ну, что ты? Ладно, дедуль, не буду наезжать, он все-таки крутой. Он мощный. Несмотря на его возраст. Еще у нас тут есть тайнички какие-нибудь? Я пока ничего не вижу. Ты видишь? Я вот не вижу. О, с глыбой, смотри, какой... Оу! Ты че, обалдел? Нет, не попал. Граната! Убегаем. Пока живем, пока могем. Здесь еще. Танк! Танки... А, это трактор. Я его смогу сломать? Да. Давай, ломай, ломай, ломай. Ух, сколько реликтов! Я вырос. Я стал... А можно схватить? Нет, я слишком маленький, чтобы схватить этот трактор. А, у тебя палка есть, да? Я тогда сделаю вот так вот. У меня-то нет никакого оружия в руках. А у тебя была палка. Я палки боюсь. Особенно, когда их кидают. Значит... А как вы здесь оказались? Скажите мне на милость, пожалуйста. Лукас, дедуля, вы чё? Телепортнулись, что ли? Может, вы тогда вперед пойдете? Стоп! Впереди страж. О, какой! Это страж реликтов! Вот про кого говорил дедуля. Слушай, ну он чем-то похож на Нека. Просто у него побольше на теле всяких камней. Значит, тут не пройти. Ну, получается, что вот эти великаны, они боятся электричества, да? Вот этих уж. О, пришли, пришли, пришли. Прячемся, прячемся, прячемся. Палкой ударил. Добиваем. Уворачиваемся от гранат. Все делаем по книжечке. Ворот. Сейчас надо добраться до вот этого. И вон до того верхнего. И внизу не забыть тайничок забрать. Нет, ты не успел. Он выстрелил все-таки в меня. Я думал, не успеет, но он выстрелил. Жалко, я не могу руками схватить его ствол и загнуть, чтобы он не смог выстрелить. Это было бы круто. Это, знаешь, как в Халке. Когда в него кто-то стрелял, он у танка дуло зажал. Или что он там? Что-то он зажимал, и просто этот танк не смог выстрелить. Значит, тут я все забрал. О, можно же танк. О, трактор разломать, и с него будет реликты, правильно же? Точно. И я стал еще больше. Ништячок. Идем дальше. Вниз прыгать. Нет, вниз прыгать нежелательно. Там опасно. Бочки. А, бочки с топливом. Блин. Блин. Какие они мощные-то. Я думал, это взрывные бочки, но нет. Это не взрывные бочки.
О, все по новой, да? Зря я, наверное, разломал, хотя нет, не зря. Я стал мощнее, соответственно, я их сейчас быстро вынесу. Готов. Оп-оп-оп. Сейчас я сразу пофармлю немножечко янтаря. Ай-ай-ай-ай-ай. Не успел, не долетел патрончик. Ну давай, со своей пуколки немощной. Вот здесь, кстати, янтаря в прошлый раз не забрал. Ну отлично, ну давай, теперь ты. Оп, и до него. Ну давай еще чуть-чуть. Ой, да. А я могу это? Нет, я эту бочку лучше не буду трогать, если она сейчас взорвется, там жижа это, и, короче, все кончится плохо. Тут некуда. Значит, пробегаем этот конвейер. О-о-о-о-о. Нет! Как я его вынес? Ворот! Хорошо, что тут есть замедление времени. Если бы его не было, у меня бы сейчас этот робот с дубиной настиг бы. По черепухе мне дал бы. Так, тайники. Мне нужны реликвии, чтобы стать мощнее и черным неком. И все такое. Вон, смотри, чё ты там трёшься? Это моя штукенция. Тут робот есть какой-нибудь? Я слышу, что тут где-то робот есть. Не успел, нет, гранату выкинул. Оу, дубина. Вот этого робота можно дубиной назвать, кстати, слушай. Ему подходит. Как Тони Старк своего помощника называл дубиной. Да сколько может-то, ребятки? Чё, ворот. Ещё ворот. Фух, пронесло. Еще бы было. Бабах! И ворот резко. Есть. Я чуть вас не зашиб. Ну что вы так выбегаете резко? Нельзя так делать. Дедуля. Че ты так... Сумку он свою как-то держит, как будто у него там туалетная бумага. Ладно, сейчас я кружочек наверну тут. Посмотрю тайники. Нет, тайников здесь вроде бы нету. Запускаем, значит, механизм лифта. Готово. Вниз, вверх. Наверное, вниз. Он до сих пор еще сидит в нем? Ладно, я расскажу тебе все, что знаю. Ну тогда... Откуда берется оружие? Вот как все устроено. Мы добываем реликты, а время от времени прилетает Гандахар на своем корабле. И мы торгуемся и обмениваем реликты на оружие. Я не знаю, где он живет. Мы просто ждем. Какой у него корабль? Сложно объяснить словами. Лучше посмотри сам. Что-то какие-то странные корабли. Это Гандагар? Слушай, ну это даже на орков не похоже. Ну как бы похоже, но они другие совершенно. Это что за Локи? Ну, что происходит? Реально, это чувак на Локи похож. Великан Локи. Так, оп. Не успел. А вот твой дружок чуть тоже не успел. И полетел вниз. Хорошо вышло. Блин, да вы достали мне тайники со всякими янтарями и реликтами. Давай. Нет, реликты, это, конечно, хорошо. Ха, ты только посмотри. Мы добрались до места, где Виктор нашел свои гигантские реликты. Угу, смотри, наверху он там робот с булыжником поджидает нас. Ладно, сейчас мы его обманем. Опа! Вот эти бочки, лучше ему не подбивать. Нет, уворачивайся. Бочки опасное дело. Они вроде не успели подорвать. А значит, мы живенькие. Значит, все хорошо. Ребятки, смотрите, что у меня есть. Блин, я думал, троих всех зашибу, но не получилось. А можно по булыжнику ударить, и булыжник сносит этих вояк. А, все, булыжник сломали. Получил, толстый. Ну, кинь ты свою гранатку себе под ноги. Ой. Чуть в масле не скупнулся. Реликты. Ну где же, подожди, вот эта стенка, она лома... Нет, она не ломается. Я аж думал, наконец-то реликвии.
Реликвий все нету, я уже сколько... Но это все вторая глава идет до сих пор. Точнее, вторая часть пятой главы. Он сейчас прыгнет в робота. Ай-яй-яй-яй-яй. Нифига себе. Кто был? Я думал, у тебя нет ракет. Ха-ха, мимо! Ай, попал. Вот куда надо было ульту заюзать-то? Нифига себе. Ну тут места мало, блин, а у него руки-то видал какие широкие. Давай-давай-давай-давай. Надо было вернуться. Короче, надо под руками у него, под мышками пролетать. На скоростях. Либо вот так вот берешь. Да что ж ты будешь делать-то? Ну давай еще разок. Есть. И этот чувак, он тоже сдох. Пойдем янтарчик заберем. Отлично. Можно, конечно, было эти бочки как-то взорвать, но я пока недоумеваю, как дистанционно их подрывать. Чтобы топливо с них выливалось. Вот как делают вот эти роботы. Парни, ну вы перестаньте. Нет, только не туда. Да что ж такое-то? Ну почему ты отпрыгивать можешь не в другую сторону? Ой, отсюда вообще. Ну это не круто. Вот, увернулись. Момент настал. Прими. Гастал. Да что ж такое-то? Ну что началось-то? Опять обосрался по полной программе. На тебе. Готов. Дайте мне реликтов. У меня вообще... Как бы жопа не жуй, нет реликтов, нифига. Как выживать-то? Я сейчас тут откинусь. Что вы творите со мной? Нет! Я что, так и буду прыгать? Смотри, он вступил в эту жижу, но ему нифига. Почему роботы-то не сжигаются? Ну что за... На вам. Несправедливость какая-то. Ладно, пойду возьму янтарчик. Тут можно стенку сломать? Нет? Где стенки? С тайниками? Блин, надо добраться до реликтов. Добраться до реликтов. Прыгаем. Но я не успел. Сейчас будет... Да! Задрали вы отсюда меня пускать! Ну почему респаун точки нет? Поближе! Ладно, сейчас я с тобой разберусь. Не, убивай меня. Уже хп мало. Давай, мочи меня. Все, последний раз сейчас. У него, короче, 3 удара, 3 замаха. Надо это запомнить, и у меня ульта есть. Чувачок, лови. Вот, с тобой вот так вот разберусь. Ха, ему хоть бы что вообще от моей ульты. 3 удара. Сейчас будет стрелять. Потом 3 удара. 1, 2, 3. Подбегаем, лупим. Козлина, ты что такое? Ну, так тоже пойдет, ладно. Пол хп пойдет. Все, убегаем. Побегаем. Тут мы сейчас им по жопе. Да ну нафиг. У меня сейчас реально жопа взорвется. Че началось-то? Так, 3 удара. Последний, есть. Фул хп, отлично. Как надо. Ты можешь эти бочки взять? Нет, он не берет эти бочки. Ну почему? Почему ты не можешь так же, как робот, взять эти бочки и кидануть в них? Что это за фигня? Скажите мне, на милость. Ну почему так? Вот когда я злюсь, все получается. Когда ты злишься, все. Ага. Привет, парни. Вы своими пуколками вообще ничего не сделаете. На тебя. Это я забираю, это мое. Тайники? Нет тайников. С какого раза? 4-го я прошел? Ну вот, 4 раза это мое. Там дверь какая? А, мы к этой двери же шли. Нашего назначения. Точно, нам нужно открыть огроменную дверищу. Готов? Ворот! Но ракета разорвал. Блин, с этими чуваками шутки плохи. Они издалека могут и изблизи. Это не очень хорошо. А теперь я. Еще. Да блин, ты посмотри. Я когда замах делаю, они успевают в меня ракету пульнуть. Жесткие типы. А их там наверху возле двери 3 штуки стоит, если не 4. Будет жесткое месиво, надо ульту накопить. Срочно ульту. Дайте мне реликтов. Спасибо. О, чуть побольше стал. Блин, я бы уже тут вырос значительно, внушительно огромным размером стал бы, если бы не подыхал так часто.
Тут можно нормально наесться. Реликтов дофига. Пошел вон. Ты тоже ворот не сработал. Кстати, камень в меня пролетел, но что-то хп не отнял. Самый первый камень, который прилетел. Ворот. Кидай камень. Да как? Я был под стенкой. Ну, в смысле, снизу. Меня это начинает бесить. Игра троллит меня адски. Давай уже, махай своими ручищами. А, не попал. А теперь я. Давай, нет, ворот. Да что ж, ты, блин. Кстати, хп что-то не отнимается. Или я просто меньше становлюсь, я это не замечаю. Ты видел, да, что было? Я, короче, увернулся, в меня прилетел снаряд от вот этого охранника, подтолкнул к роботу, и робот меня чуть не зашибил. Так, реликт. Физика во всей красе, ё-моё. Привет, парни. Готов? Ай-яй-яй-яй, рано у ворот врубил. Твою жестяную банку! Все, сейчас у меня же рожа красная. Серьезно. Еще чуть-чуть, и я, блин, взорвусь. Я сейчас взорвусь вместе с компом. Да получается. Достали. Размотаю всех нафиг, в щепки порву. Трусы на жопу натяну. Глаз в попу затолкаю. Бесите. И сюда. На, ворот. Вот так это должно работать. На, ворот. Вот. Палка-смалка. Да ты достал. Я не знаю, я буду это вставлять? Нет, я это оставлю. Ты посмотришь, как у меня вообще жопа рвется. Там уже жопа трещит по швам. Точно скоро в космос залечу. Да пошел ты. Достали. Давненько у меня такого не было, нагара. Слушай, это ж просто капец. Игра вроде изичная, легкая, но такие моменты бесячие. Меня просто чуть в яму не упал. Что ты творишь со мной, ворот? Ворот, урод. Ворот. Бесит, когда ворот не работает как надо. Вот здесь вот, за этой стенкой, бессмысленно прятаться. Да шу, я же знал, что там бессмысленно прятаться. Зачем ты туда спрятался? Что? Нет, нет, нет. Меня схватила эта фигня. Это абзац. Просто абзац. Ну и куда я с таким здоровьем побегу, скажи мне, пожалуйста. Да фиг его знает. Но я думаю, что с таким здоровьем я сейчас точно пройду. Все, я релакс, расслабься. Хватит бомбить. Просто, ну, невозможно. Серьезно. Вроде играешь, уворачиваешься. Все какая-то... Все как-то через жопу. Через одно место. Вот ты видал? Вот это лаки называется. Одним ударом двоих сразу шлепнул. Нет, это не спешкино. Вот почему я сразу так не могу сыграть? Вот скажи мне, ну почему? Почему обязательно все через жопу начинается? А вот раз с 5-4 все проходит. Это что, типа, скилл поднимаю я свой, да? А имчик по файтингу поднимаю. Так. Да ты достал, а? Прыжок. На тебя. Все, сдох. Бесят меня эти рукастые чуваки, роботы. А у них такая замашка высокая. Ну, в смысле, дальняя, не высокая, дальняя. Далеко замахи у них идут, берут. Реликты. Отлично. Гренадерщик, уворот. Гренадерщик, уворот. Тактика продумана. Сколько у тебя? У тебя там три камня. Откуда у тебя? Они у тебя бесконечны. На тебе. Так, а здесь тайников-то нету? Ничего не упустил? А то от злости ослеп. Хорошо. В какой-то веке продвинулись, блин. Продвинулись. Тут ничего нету. Бочки с маслом, конечно же. Как же без них-то? Пошел вон. И ты тоже пошел вон. Вон туда можно спуститься, там что-то есть. Так. Здесь янтарь был просто. Просто янтарь. Есть ульта, есть ульта. Это хорошо. Ну что, пацанчики, здесь 4. Раз, два. А, двое их тут всего. Ну ладно. Давайте, я вам покажу. Ульта! И все роботы рассыпались.
А ты откуда взялся? Ай-яй-яй, тут вылез. Нет! Надо было под подмышку улетать. И ульты нет, прикол, да? Ульты нет! Все просрал. Давай сначала. Дружище, давай сначала. Я ж уворачивался. Игра, тролль, вот серьезно. Прям бесит меня. Сейчас адский. А, погоди, янтарь надо забрать. Да, тут янтарь есть. А стенку тут не проломите. Ну че, пацанчики? Я подбегаю к вам. Давай ударю! Просто их размотать. Красава. Просто их разматывать надо. Чтобы в них не садились. Готов? Пойду тоже тот еще размотаю. Нет, ты не успеешь меня ударить. Ага, мимо. Мимо. Ворот, ворот. Последний робот остался, блин. Как бы его сломать? Надо сюда их подтащить. Идите сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, опасно. Это опасно. Чья? Децл остался. Децл, хп, видел мою? Бегать, 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 бегать. И дайте янтаря кто-нибудь. Дайте янтаря. Ладно, подходите, хватит тут уже. Ну, ударил. Есть. Готов. И вот этот. Готов. Здорово. Все получилось. Вот. Нифига себе, ты видишь, какой у меня хп. Ладно, подожди, спокойно. Спокойно, без паники. Здорово. О, еще братишки набежали. Парень, да вы че? Вот это я понимаю, вот это нормально. Ударь его! Гранатой накрыло! Я сейчас плакать буду. Так хорошо, эпично начал. Вообще с таким количеством хп вынес груду этих охранников. Но, как ты видишь... Нет, ты не кинешь у меня. Ладно, зато сейчас получится. Это боль. Эту серию я назову «Боль Нека». Нет, это моя же боль. У Нека нет боли. Моя боль просто. Так. А, подожди, янтарь. Янтарь, конечно же. Янтарецзе. Минус один. Минус. Да. Ай. Да, робот. Ай. Можно я просто помолчу? У меня уже горло там разодралось просто от моего рева. О, нифига себе, ты видел? Я вначале булыжник размотал, который у него над башкой был, а потом его. Ой, это мощно было. Ни разу меня еще бочкой так не накрывало. Так, значит. Вот тут не успел прыгнуть. Нек что-то затормозил. Быстрее, быстрее, быстрее сюда. Получай. Вас двое, да? А я-то один. Надо еще вон того размотать тут. А, нет, все, их больше нет. Блин, только с прыжков и получается их вышибать. Давайте, парни, прыгайте. Граната там была. Ну что ты такой некротный, да? Так, отлично. Еще чувачок. Последний, да? И я к двери подхожу. Ой, наконец. Ух. Знаешь, какое облегчение. Дайте мне Зео Плюс, у меня облегчение. Наконец-то я дожил до этой сраной двери. А теперь момент истины. Фиговый у тебя. Гигантские реликты. В невероятных количествах. Нек? Ну давай. Открой дверь. Фиговые у тебя, дедуля, игрушки ломаются. Ща они какого-нибудь злобного монстра выпустят. Не подошло. Я не ключ. Тогда что? Как предсказуемо, доктор. Видишь, я говорил, стоит только подождать, и они придут. Да, какое разочарование. Я надеялся преодолеть этот барьер.
Ну, и что теперь? Вы доказали свою изобретательность, добравшись сюда, доктор. Я надеюсь, что вы поможете мне понять, как пробраться через эту проклятую дверь. Но если Нек не является ключом, он представляет слишком большую опасность. Убрать его! Да ладно! Нет! Не, ну Нек так просто не сдохнет. Ладно. Сейчас надо добраться до Виктора. Глава 5, часть 3. Легендарная страна. Короче, добраться до Виктора, напихать этих роботов ему в задний проход по полной, так, знаешь, чтобы он потом встать не смог, разогнуться не смог. И наверное, на этом хватит ему. Чтобы он вообще роботов не смог больше производить. А помощницу его, я не знаю, что с ней сделать. Может, ей тоже напихать роботов по полной. Тайники, где тайники? Тайнички? Я где, в шахте или что? Понять не могу. Почему на поверхности было больше тайников, чем в этой убогой шахте? Ни одной реликвии не нашел. Как это так называется-то? Вон, смотри, тайник, вижу. С янтарем. Спасибо. О, паучки, кстати. Давненько я вас не видел, паучки, паучкастые. А-та-та-та-та. О, еще тайник. Ничего себе. И там паук. Забавно. В тайнике паук. Просил тайники, вот тебе тайники, да? Сразу два. Вон там пещерочка, куда мне надо пройти. Ох ты, сколько тут пауков-то. Кавабанга! Че, я один против кучи пауков? Да смотри, что я с вами сейчас сделаю. Вихрь кончился. Братюньки, подождите, у меня перезарядка. На тьме. Блин, мне нравится пауков месить. А, это их норка была, понятно. Это он с норки убежал. Я в каком-то логове пауканов. Так, реликтики. Реликтики, это хорошо. Тайнички. Где тайнички? Тут тоже пауканская пещерка. Давайте спускайтесь уже. Не хотят, зацали. Поняли, что я за машина? Так, подожди, вот это не тайник? Нет, это не тайник. А вот здесь тоже. Тогда поднимаемся наверх. У нас только одна дорога. Нам надо наверх к доктору. И Лукасу. О, рабочий еще. Нифига себе. Летучие мыши, да? Ха! Да тут все вообще собралось. Не удается подключиться к серверу. Сетевые функции этой игры или приложения. А, ну понятно. Интернет у меня просто отключен. Я сегодня без интернета весь день. Там что-то провайдер у меня. Смотри, они летают там, и реликты летают. Обалдеть. Мышки. Ай. Ай-яй-яй-яй. Да что? Что ж происходит-то? Ударь еще разок. Забирай. Ну все. Теперь с мышками быстро покончим. Тайников тут нет никаких? Тайников нету. Ну, пойдем наверх. Сейчас мы тут какие-нибудь двери откроем. Ух ты, они там летают, так и круто. Нифига себе. Это похоже на сферу, на такую же сферу, которая у меня в груди, только больше. Это можно все собрать, да?
О-о-о, я сейчас тут стану очень большим, по всей видимости. Тут огромная куча реликтов. Невероятно. А, ну это все нужно для открытия дверей. Размечтался я. Лядненько. Раз такие дела по сюжету, то пусть будет. Единственное, тут могут быть тайники, очень замаскированы хорошо. Я их могу пропустить. А вот это можно собрать? Это же реликты? Ой. А, не собирается наверх. Подожди, а если я... Ага, вон оно, что происходит. То есть, оно высасывает. Но я могу в то же время тоже здесь подбирать реликты. Ха, забавно. Так. Я как бы... хочу посмотреть на свое здоровье. Да, оно прибавляется. Прикольно, я здесь могу просто стоять и собирать реликты. И как бы... забавно. Оно тут... Оно тут бесконечно. Так. Ну ладно. Наверное, мне этого хватит, хотя... С меня высосали прилично реликтов. Сейчас я тут еще чуть-чуть пособираю. Давай попробуем... Нет, не открою дверь. Я не смогу открыть дверь, пока реликтов не насоберу нужное количество. Так. Ну что, я уже вроде бы крупненький. Крупненький. Да не очень. Ну что, хватит, нет? Нет, не хватит. Что мне тут? Жиру беситься нужно? Жиробасину откормить надо, реликтовую. Так. Где реликты-то? А, прикинь, они все-таки тут заканчиваются. Смотри, осталось только на последней дорожке. Все ясно, мне надо со всех дорожек все реликты собрать. Так. Все, я все собрал. И вот двери теперь можно открыть. Давай, открывай. Но они тут красиво, конечно, открываются. Вот эту штуку надо очень грамотно облететь. Очень грамотно облететь, отпрыгать. Тек. А как? Где мои реликты? А, вон они, вон там вот. Вот здесь вот они летают. Это хорошо. Нет, зря ты это... Эй, а ну верни! Бежим. Лучше на его свет не попадать. Иначе он нас всего высосет. Скорее. Ну что ты застрял? Оп. Ой. Плохо. Вот, успел. Так, тайники. У меня все плохо, я все о тайниках думаю. Все о тайниках. Так, стоп, нет, я туда не побегу. Надо подождать, пока двери поднимутся. Ага. Так вот. Я почему-то думал, что он вправо посмотрел, и у меня был шанс пробежать, но нет. Ладно, прямо отсюда, да? Ну хорошо. Быстрей. Беги. С какой бы скоростью ни бежал, все равно я сюда прибегаю вот в такой форме. Хотя в прошлой форме я, по-моему... Ну, я в другой форме сюда прибежал. В прошлый раз. Сейчас у меня здоровье побольше. Так. А что это такое? Лифт? И вот я возле глаза. И мне нужно вот сюда спрыгивать. Подожди. Ой, вот это я попал, так попал. Он сейчас меня всего... Вот тут, давай. Да я же успел. Я же успел спрыгнуть. Он просто засосал меня внутрь, к себе в око. Я его, конечно, это по-другому сказал, но ладно.
Так, подождем, пока стенка поднимется дальняя. Вот, вот так вот бежать можно. Бизим, 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 бизим. А здесь вот можно опуститься. Есть. Ждем там, пока стеночка поднимется. Бизим. Слушай, эти стенки вообще, от них толку никакого. Он все равно с меня высосал максимум. Там есть смысл в этих стенках? Ладно, побежали, короче. Нечего думать. Бежим, 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 телепорт. Еще выше поднялись? Я думал, мы к глазу хотели пробраться. Ну ладно. Сейчас откроем дверь, и там нас ждет. Что ж нас там ждет? О, древний. Древний монстр, который пускает какие-то иглы и прикрывается щитом. Нифига себе, игла. Да он крутой, слушай. Так, щит исчез. Не успел, не успел. А дашь мне свои реликты? Нет, он не дает. Это просто какой-то древний. Он не из реликтов состоит. Ну хорошо. Летающие тарелки в виде пил. Ха. О-о-о. Как все тут? О, снова глаз, что ли? Еще. А, нет, дверь. Снова высасыватели этих реликтов. Ну, окей. Я сейчас все тут соберу быстренько. Вот так вот. И уходим отсюда. А это кто? А вот это уже чуваки из реликтов. Вот с них можно... Ау! А где второй? А, подожди, а второй-то где? Вот он. Слушай, ну вот такие мне нравятся враги, с которых я жизньки потом высасываю. Тут у нас чего? Это не тайник случайно? Нет, это не тайник. У них сердцевина вот этих вот вертушек, они как будто из крови. Там красный какой-то рубин или что? Или капля? Я тут ни одного тайника вообще не увидел. Ты видел хоть один тайник? Вот это, конечно, очень странно. А-а-а! Мощно, слушай, они лупят. Очень мощно. Так, нам сюда. Отдай мне свою силу. Значит, к лазерам лучше вообще не прикасаться, они сразу нас уничтожают, да? Окей. Они сразу нас убивают. Я буду просто прыгать. И все. Откройся! Сим-сим! Прикинь, что-то не хватает, что-то я не забрал здесь. А, вот последний треугольничек. Теперь, Сим-Сим, откройся. Снова древний. Ой, ё-моё. С щитами как бы мне не очень круто это. Я просто знаю, что щиты эти как бы, наверное, не пробить. Ай-ай-ай-ай-ай. Блин, ну, конечно, плохо, что у них нет реликтов. Приветики. Я вот так вот просто постою. Ха! Он одними огромными осколками кидается. Без щитов, да? Так, здорово. И что ж ты там охранял? Показывай. Глава 5, часть 4. Спящие гиганты. Спящие гиганты звучит круто. Не свисти мне в ухо, мышка, а то получишь сама в ухо. Оббегаем, оббегаем, мышь. Готово. Туруру, туру, 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 туру. Тайники? Не, не слышал.
Прохода здесь тоже нет. Да, они наверняка есть, просто... Просто я что-то не въезжаю, видимо. Во что-то. Так, давай, еще кидай. Здоровенная игла. Вот так вот. Ну, древние эти такие, слабоватенько, когда у них щиты заканчиваются, их очень легко уничтожить. Но если их будет огромное количество, например, штуки 4, то с ними будет сложно. Потому что они все дальние дистанции. Пока к одному подойдешь вблизь, чтобы ему надавать, тебя другой уже пристрелит. Поэтому мне всегда было завидно, что у них есть дальние атаки, а у меня только в ульте есть дальняя атака. Атака. Вон, смотри, издалека будет лупить сейчас мне. Так. Мишки! Мищата! Вон там, походу, тайничок. Вот это тайник тут, нет? Ха! Как я его заметил, вообще не представляю. Какой это... А, это линза. Деталь расширителя времени. О! А, я такой, кстати, уже находил. У меня вторая деталь получается. Атаки по врагам. Атаки по врагам без получения урона дадут эффект замедления. Все понятно. Все понятно. Окей. Допустим. Ворот. Еще одну хочешь запустить? Но не успеешь. Улетел вниз. А наш хранитель древний. А, ну мы все равно сюда вернулись, да? Парни, просыпайтесь. Битва ждет. Ворот. Ой, тоже улетел. А, не успел. Не успеешь тоже. Хорошо. Очень хорошо. Лазеры пошли. Так, так, так. Ну, я перепрыгну их просто. Чё тут? Я был такой большой. Ох уж эти двери. Высасывают с меня все соки. Нек в цирке, нек в цирке. Опа. Есть. Нет, только не ты. Меня бесишь. Ненавижу дальние атаки. Еще и лазер снизу. Шопанные носки. Ну я же на него почти не попал, на этот лазер. Я отсюда. Я благодарю всех этих древних за их возможность начать сначала. Я ж как будто у меня... Пошел вон. Как будто у меня все было плохо в жизни. Ну, в смысле, у Нека. Это разбиваем. Снова пилу перепрыгнуть. Дел вагон, да, получается? У меня сейчас опять. Оп. Ну, вроде бы все. Здесь оки-токи. Реликт собираем. Как не реликты эти? А, да пофиг. А, ну да, реликты. Реликты с реликвиями перепутал. Звучат почти одинаково, но... Все, открывай дверь уже, давай. Ага, проходим. Снизу у нас высасыватели реликтов. Здесь что-то будет? Здесь тупо лазеры, которые нам, в принципе, не страшны. Пока все как бы... Это что, тайник? Прикинь? Ё-моё, тут, короче, прозрачные... Тайники в виде прозрачных дверей. Офигеть, ты в них проходишь, как зазеркалье. Ну надо же, а. Блин, если б я знал... Эх. Так, необходимо больше... это что, деталь детектора тайников? Две детали из семи. Теперь третья уже появилась. То есть, ну, я по-любому там что-то где-то пропускал, значит. Раз такие тайники. Только сейчас заметил. Понятно. Так, тихо, не падаем, не падаем. Спокойненько движемся. Тут нет никаких подвохов. Каких-то узеньких проходиках тут бегаю. Страшновато мне, мальца. Паучок какой-нибудь выбежит? Или спрыгнет сверху? И... О, вот эта штука. Вот эта штука.
Есть, набрали сил. Замечательно. Просто великолепно. Ой, сейчас опять око нас будет преследовать своим лучом света. Даже. Хотя нет, она на нас даже не смотрит пока что. Пока что даже не смотрит. Сюда наверх можно? Нет, туда не запрыгнуть никак. А вот сейчас она посмотрит. Ох уж это око. Око-ко-ко. Что-то мне как-то со здоровьем не очень. Я думаю, что я не успею просто физически добежать, слушай. Ну, давай попробуем. Давай попробуем. Можно вот сюда куда-то. А, тут спуск есть. А, я не успел добежать. Слушай, реально не успел. Хм. Странная какая-то метель. Давай сюда за стеночку сразу же. Ну-ка. Ай! Ладно, побежали, короче. Даже с рывками вообще не успеваю тупо добежать. Там где-то есть еще реликты, я их просто не вижу. Ну, мне буквально чуть-чуть реликтов не хватает туда добежать. Хм. Странно. Очень странно. Так. Либо ждать, пока он, смотри, он глазом как бы отводит в разные стороны. Вон, смотри, он сейчас влево поведет. Влево, влево отведи. Почему ты вправо все отводишь? Так. Допустим. В другую сторону смотрит. И вот я побежал. Бегу, бегу, бегу. И есть. Забрали огромное количество реликтов. И теперь я могу... О, еще есть. Хватай еще, чудо. Хватай. Бежим, бежим, бежим. Скорее бежим, 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 бежим. Ага, отлично. Опа, опа, Америка, Европа. Я пробежал трудные места. Это собираем. О, у тебя есть меч? Я такой же хочу, слушай. Почему у меня такого нет? А чё такой длинный луч-то? Чё такой длинный луч? Ничего себе. Ну ничего себе ты какой крутой. Парниша. Смотри, как только я к нему вблизь подбегаю, он, короче, сразу врубает щит. Но этот щит мне не наносит никакого урона. Наконец-то я его сломал. И с него тоже никаких реликтов. Ой, разозлился. Красный — это плохо. Плохо. Вы же, блин, типа это, родня. Ну, типа... Он из реликтов, ты из реликтов. У него сфера, и у тебя сердце сфера. А чё, мне отсюда убегать надо, да? А то я тут тусую чуть на одном месте. Где это видно, чтобы реликт... Ай, задел. Чтобы реликт напал на реликта. Чё-то я немножечко подустал, походу. Убежали. Такие шли к нему, шли, а теперь от него убегаем, потому что он нам по жопе хочет надавать. О, да он мощный. Стенки сломал. Ох, сколько тут реликтов, слушай. Я сейчас, короче, нахалуюсь, стану гигантом и просто пойду и надаю этому глазу. Ему в глаз дам. По его красному глазу. Дам ему в глаз по его красному глазу. Красному оку. Привет, ребят. Ну чё вы сразу начинаете такие большие швырять в меня иглы? Ай, один попал все-таки. А, не попал. Как его... Прикольно, ты видел, как он улетел? Просто как пушинка, как ядро вылетел. Так, парни, у меня есть ульта, давайте я свою врублю теперь. Вот так вот, ульта на ульту. Видно? Моя круче оказалась. Дайте мне обратно мои реликты. Я стал тощим. Я вообще не понимаю, как мы перемещаемся.
вокруг этого глаза что-то летаем, что летаем, непонятно. Отхавался, пошел, дал ему в щи, и нормально. Блин, здесь снова этот древний. Сколько раз тебя ударить надо? А, больно. Вот что я хочу тебе сказать. Ворот. Не успел. А я успел. Дайте мне реликтиков кто-нибудь. Тайничков тут нету? Вроде нету тайников. Ладно, бежим наверх. Я бегу. Кстати, когда к дверям подходишь, у тебя здоровье восстанавливается. Хоть у меня реликты и отбирают. О! Я так долго вас ждал. Вы мне так нравитесь, слушайте. Я прям балдею с вас. Вот. Отлично. Дверок тут нету никаких. Вроде нет. Можно сюда сходить, смотри. О! Только про двери вспомнил. Интересная штучка, что это такое? Аквамариновый реликт. Используя силу аквамариновых реликтов, Нек может увеличить силу... А, да, это тоже находил, это вторая уже часть. Отлично. Бежим. Снова телепортируемся куда-то. Ну, слава богу, не к древнему. Пилы. Ну, с пилами это вообще, конечно... Отдельная история, они какие-то никчемные. Вот я сейчас так сказал, и смотри, что происходит. Сколько пил становится. Сейчас где-то меня по-любому бомбанут. Ушел подставку. А куда бежать-то? Подожди. А, надо было спрыгнуть, наверное, направо. Понятно. Я как знал, что меня бомбануть, видишь, я прям предчувствовал. Своей поджаренной жопкой. Сейчас опять древнему втащу и направо, наверное, побегу. Хотя надо налево бежать, слушай. Надо налево. Да ты не успеешь. Если я сейчас прыгну, то все, там начнется. А как? Надо, чтобы он сломал, что ли? А, вон оно что. Вон оно что. Понятненько. Хитрый план. Блин. Больновато как-то. А, я хочу двери вышибить. Да я сейчас тут стопну нафиг. Прячемся. А, с другой стороны там тоже есть пятолка. Давай сходим туда. А, там ничего нет. А, не запрыгнул. Дубина. Я просто даже не заметил, что там подъемчик. Надо прыгать. Так. О, здорово, ребятки. Не-не-не-не-не. Ай-яй-яй. И удар. Отлично. Побежали. Да ты че? Ну ты, Дима, запрыгнешь или не можешь? Ой-ой-ой. Что происходит-то тут? Один удар ему осталось, ну отлично. Дайте реликтиков кто-нибудь. Дайте Ой, там с другой стороны. Чувак. Волна у них, конечно, длиннющая. Все-таки ударил по мне, да? Они вроде бы... Ой, отсюда прям. Они такие, знаешь, медленные относительно, но... Если ты попадешь под их меч, будет тебе очень больно. Да ну что ты не можешь запрыгнуть там с угла? Выкусил. Прям в это пламя лазерное попал. Давай сюда лучше. А, он все равно там. Их тут двое, понятно. Вначале того уничтожаешь, потом этот спрыгивает. Не успел ударить, не успел. Ха. Какой хитрец! Есть. Он даже не успел свою ульту юзануть. Готов. Слушай, а что будет, если я его вот сюда подтащу? Подойди сюда. Под этот лазер. Может быть, их так тут уничтожать надо? Ну, подойди поближе. Ну, что ты? А, он отпрыгивает.
Ну давай, иди сюда. Ну подойди, ну не ссы. А он отпрыгивает. О-о-о, сработало, круто. Офигенно. Офигенно. Ой, высасыватели эти. Нехорошо это. Ребята, может просто все обсудим? Замок семьи Виктора. Ну да, обсосали полностью. Такая здоровенная клетка для нас. Почему не надеть наручники и не посадить нас? Спасательная операция, глава 6, часть 1. И не посадить нас в самолет, как бы. Чисто летите как нелюди в клетке. Да? Что ж, я думаю, что на этом мы закругляемся. А тут снег, да? Сейчас я пойду выбью вон того робота. Ну, ты видел, как я это сделал красиво. Мастерски просто. Сейчас, подожди. Короче, на этой замечательной ноте, где я мелкаш, который просто страдает суицидом, благо, что я бессмертный, мы закругляемся. Если тебе понравилось, то ты знаешь, что нужно сделать. Наконец-то я его выстегнул. Вот за это можешь поставить лайк под видео. Подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующие ролики по Неку и по другим крутым играм. Ну и, конечно же, не забудь подписаться на Яндекс.Дзен. Ссылочки на него в описании. Туда дублируются все ролики с Ютуба на всякий пожарный. Ну, а на этом все. Мы увидимся с тобой в следующих видео. Так что, до встречи.